Завершился прием документов на должность главы Тюмени. В Тюменскую городскую думу их подали действующий глава Руслан Кухарок и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что оба кандидата имеют большой опыт государственного и муниципального управления. Руслан Кухарок прошел путь от ведущего специалиста регионального департамента имущественных отношений до главы города. Валерий Киселев работал первым заместителем главы Ноябрьска, затем более 10 лет в правительстве Тюменской области. Заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами, пройдет 3 августа. На 22 августа запланировано заседание конкурсной комиссии. По его итогам городской думе представят зарегистрированных кандидатов. Из них депутаты изберут тайным голосованием главу города Тюмени. Произойдет это на заседании думы 8-го созыва. Добавлю, 5-летний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября.